Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем печь изумительно вкусный десерт из теста фило. Форма этого десерта напоминает конвертики, треугольнички, рожок. Но вкус от этого не меняет. Вкус изумительный. Такой рецепт выручит вас в любую минуту. Начинаем приготовление. Для начала нам нужно приготовить сахарный сироп. Для этого в воду я добавляю сахар. Затем сотейник ставим на газ и ждем, пока растает весь сахар. Сироп закипел, и я выключаю газ. И оставляю сироп, чтобы он остыл. Для приготовления нашего десерта нам понадобится тесто фило. Возьму несколько листиков. Разрезаем его приблизительно на 3 части. Смазываю их сливочным маслом. Вкладываем второй слой. Смазываем сливочным маслом. И сворачиваем треугольничками. И вот так разрезаем. Берем один треугольничек и аккуратненько, потому что тесто очень тоненькое, и укладываем сюда пергаментную бумагу. Вот так у нас получается. И сейчас мы выпекаем конвертики в духовке при температуре 160 градусов в течение 30 минут. Вот у нас получились такие треугольнички. Выпекались они у меня 20 минут. Они очень-очень хрупкие. С ними нужно быть очень аккуратным. Вытаскиваем бумагу. Теперь мы берем наши конвертики и опускаем их в сахарный сироп. И вот так у нас получается. И даем нашим конвертикам немножко стечь. Сейчас готовим крем. Для этого мы взбиваем сливки. Добавляем сюда сахарную пудру. Если вы любите сильно сладкое, добавляйте побольше. Если не сильно, то добавляйте поменьше. Вот такой крем густой. Сейчас наступает самый ответственный момент. Мы наполняем кремом наши конвертики. Прелесть. Вот смотрите, какая прелесть у нас получается. Вот такие вкусняшки у нас получились. Такой десерт отлично смотрится и на праздничном столе, и на повседневном. Если к вам пришли гости, такой десерт выручит вас в любую минуту. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, ставьте лайки. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже приготовят такой вкусный десерт. Желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео. Приятного всем аппетита и пока-пока!